Фестиваль творчества для детей с инвалидностью «Хрустальный петушок» стал дорогой к успеху для многих талантливых детей. Какой была эта дорога, рассказывали сами дети с особенностями развития. Накануне они собрались в Центре дополнительного образования «Хоста» на творческий вечер, который так и назвали «Хрустальный петушок. Путь к успеху». Самым невероятным духом он заслужил любовь тысяч россиян. Сочинец Данил Плужников, победитель шоу «Голос», конечно, стал самой яркой фигурой вечера. Его творческая жизнь, так же, как и многих других особенных детей, начиналась с «Хрустального петушка». Тогда этот конкурс очень здорово помог ему. Теперь и он сам помогает детям верить в себя. Многие и пишут, и мне на страницу в социальных сетях, что спасибо тебе, ты стал примером, моя дочь или сын, тоже стеснялись, но потом пошли после тебя, и очень приятно это осознавать. На творческом вечере продолжилась череда подарков для Данила и его семьи, которую сразу после победы начал глава города. По его просьбе один из застройщиков подарил семье Плужниковых благоустроенную квартиру. А супруга мэра Елена Пахомова, президент Лиги женщин Моздобра, отметила маму Данила и его педагога по вокалу. Они получили денежные премии. Вообще, благодаря помощи Лиги женщин, организатора «Хрустального петушка», свой талант смогли открыть и продолжать развивать сотни детей. Когда 7 лет тому назад мы хотели организовать, ну вот в этом году будет 7 лет, этот «Хрустальный петушок», мы хотели просто, чтобы наши детки просто вышли на сцену, чтобы они не сидели дома. Потом мы поняли, что наши дети уже могут петь с медийными артистами. То есть мы стали приглашать уже известных артистов. Сочинец Армен Авджан – еще одна звезда «Голоса», один из таких. Говорит, для него большая честь поддерживать этих сильных и, безусловно, талантливых детей, выходя с ними на одну сцену. Это радость, переполнение разных, как бы, разных эмоций внутри. Дети – это просто то, что начало. Мы все должны их уважать и делать все, чтобы им было хорошо. Кстати, организаторы «Хрустального петушка» заметили талант еще одной девочки – Даши Шмайхель. Уже известно, что эта юная певица будет участвовать в одном из гала-концертов Всемирных хоровых игр, которые пройдут в Сочи этим летом. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».